Россияне, пожалуйста, не верьте российской пропаганде. Вы просто обязаны знать правду. Правда заключается в том, что Россия, агрессор, Россия развернула не спецоперацию, а полномасштабную войну. Войну страшную, войну кровавую, где гибнет мирное население где гибнут дети, где гибнут российские солдаты. Только по официальной информации за три дня погибло более трех с половиной тысяч российских солдат. Возможно, вы не знаете, но российская армия привезла с собой мобильные крематории. Я думаю, что большинство российских солдат, воспитанные в христианских традициях, и у них не будет возможности быть похороненными у себя на родине. Украина официально запросила у Красного Креста гуманитарный коридор, чтобы трупы погибших российских солдат были доставлены на родину. Украинские женщины и дети три долгих дня не выходят из бомбоубежищ. И они будут оставаться там столько, сколько нужно. Украинская армия будет биться до конца, защищать нашу Родину. Я хочу призвать всех матерей России, всех россиян, говорите, не молчите. Ваше слово имеет значение. Стоп агрессору, стоп Путину, стоп войне.